Итак, Вильям, так сказать, Шекспир, Гамлет, монолог. Ага. Ого! Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Вы кандидат президента США. Достойный смириться под ударами судьбы и надо оказать сопротивление и в смертной схватке с телом. Вы на совещании, и в кармане звонит телефон. Покончить с ним. Умереть, забыть. Не знать, что это, извините. Обрывает цепь сердечных мук. Вы в эпицентре землетрясения. Какие сны! В том мире смерть и мне причинится! Вы плохой пародист Брежнева. Несчастьем нашей мы жизни настолько левым. Вы в магазине Duty Free, и там большие скидки. Боязнь страны. Откуда ни один не возвращался?